что то на. Опана. Походу, колодка кончилась от слова совсем. Итак, сейчас посмотрим запчасти. Нам нужны тормозные колодки. Тормозные колодки задние без зажимов. 4900. Тормозные диски задние. Тут не знаю, почему он перфорированный, ну ладно. 5700 за штучку. То есть нам нужно 2. 11,5. И 2900. Датчик износа тормозных колодок. Замечательно. Нормально. 20 тысяч рублей. Прикольненько. Чё, Ласка, лед? Кушаешь? Правильно, кушай лед. Он бесплатный. Так, значит, не, на колодки и диски нужно порядка 20 тысяч. Так, посмотрим, сколько у меня есть. Да. Не густо. Но я знаю выход. Чё ты ко мне лезешь, Коба? Коба, дай мне денег на задние тормозные диски и колодки, а? Я знаю, у тебя есть. Нету? Ну иди тогда отсюда. Все, пошли. Я знаю, что нам поможет. Я знал, что когда-нибудь нам это пригодится. Так, что это тут у нас? О, как раз, Коб, смотри. Комплект задних дисков и колодок. То, что доктор прописал. А? Я же знал, что когда-нибудь они пригодятся. Мне всегда дед говорил, не выкидывай. Не выкидывай то, что можно еще использовать. О, нормально. Сейчас возьмем, принесем. Колодочки. Нормальные колодочки. А еще одна. О, еще одна колодочка. Отлично. Сейчас колодочки принесем, а потом диски. Опа. Чтоб стол не испачкать. Ну, Коба, не все так плохо, да? Так, опа. Это у нас что? Это у нас передний. Передний потом поменяем. Опа! Ах, красота! Красота! Все! Сейчас почистим. Значит, с крупным зерном, с мелким зерном. Так, сейчас шкурнем, зачистим, и будет как новенькое. А, ну чё, Беня, давай поработаем немножечко. Да? Смотри, хороший ведь, практически никакого износа нету. Главное их почистить чуть-чуть от грязи, и все. Да, тут чуть-чуть надо почистить. А так, хорошие диски.
дорогие друзья. Один диск у нас готов. Нормальненько, чистенько получилось. Осталось второй привести в такое же состояние. Итак, дорогие друзья, значит, наши диски готовы. Вот, все. Через пару дней я их поставлю. Колодочки есть. Значит, все у нас готово. Датчик износа колодок сделаю из куска провода. Ну и все нормально будет. Че, правильно я говорю, мужики? Ну что, все нормально, как думаете, будет? Я думаю, тоже будет все нормально. Ну все, спасибо за внимание, дорогие друзья. До скорой встречи в следующем видео. Не пропускайте, следите за обновлением. Долго ждать не придется.